Всем отличного хорошего вечера. Всем здравствуйте. Всем хорошего вечера. А вот это у нас лес. Правда, его не видно. А это дорога. С вами Владимир Владимирович Высоцкий. А мы идем дальше. Телефон так не передает качество, как другие разные там. А здесь еще предприятие работает. Видите, работает еще предприятие. Ну вот так, как будто темно и так, ну классно снимать. Потом будем смотреть, вспоминать новые видео. Ну там. Я тебя потом покажу. Совсем какой-то обещанный попался. Вообще не хочу вечером особо не хочу. Вот если вы видите меня, вам сейчас покажу. Кубань спас у нас. У нас все есть практически какой девчонский. Смотрите, вон кафе Астория, видно вам? Не видно кафе Астория это. Тут люди каждый день, и день рождения, и Новый год, ты все хочешь, пожелаешь. Все, что хочешь, что ли, пожелаешь, что ли, будешь отмечать. Не вот здесь. А это просто. Вот. Здесь у нас лягушки. Ну как я сказал. Или как подошел, они сразу замолкли. А, не дачи. А здесь тоже лягушки, но они, наверное, уже замолкли. Это город Апшеронск. Ля-ля-ля, цапада. Сэрэн-сап. Вот так и
Немножко еще отдохнул, и в принципе все. Вот тут еще становится видно. Там еще тут видно вот эти фонари. Здесь все видно, здесь все. Хватит. И так ничего не видно. А какой 10? Ого, будет снова. Еще будет вообще москвич. Да, ничего не видно, ничего. Совсем ничего не видно. Лучше хоть лучше, и то видно, хорошо, хоть лучше видно. Лучше. Спасибо, что видно. Вот так вот, я снимаю свое видео. Все, все хорошо, все, всем пока. Я ушел.